Следующими выступает сборная Владикавказского торгово-экономического техникума. Ваши аплодисменты! Показали вам акцию «Останови время» во Владикавказе. Да по-братски. А как же пробки на Кировском мосту? Там у людей каждый день акция «Останови время». Гомонись, пожалуйста, у нас очень важный день. У кого что есть? У меня есть песня, актуальная. Ну давай. Что такое? Просто я не успела докраситься. А все, что не доделывается во Владикавказе, закрывают тюльпанами. Так, убери это. Сборная вперед, мы начинаем. Представьте, друзья, а моя Кагапяна задержала полиция. Давай, давай, нормально иди, без фокусов не тут. Я сказал... Друзья, в последнее время новые технологии очень сильно врываются в нашу жизнь. Ты ничтожество! У тебя никогда не было и не будет нормальной девушки. И еще ты никогда не поступишь в приличный вуз. Окей, Гугл. А в ПТУ? А теперь, друзья, представьте, Тина Канделак и на секундочку вспомнила, что у нее кавказские корни. Добрый день, дорогие друзья, с вами Тина Канделак и канал СТС. Это программа «Самый умный у нас финал». Итак, столица Франции. Париж. Президент Российской Федерации. Путин. Корень из 9. 3. Ой, Митя, да как он это делает? Извините, пожалуйста, и продолжаем. Открытие 50-го Винченцо во Владикавказе. Ну вот мы открылись. Ура! Ура! Случай на улице. Все понимают, ты уже сгоняешь. Случается такая ситуация с нашими кавказскими друзьями, когда они встречаются и начинают на своем языке разговаривать. Языковой центр Рашида Магомедова. Научись кидать салам правильно. Итак, мама, проработавшая 40 лет в поликлинике, ждет своего сына утром домой. Где ты был? Я всю ночь волновалась, почему ты хотя бы не позвонил? Мама, не ругайтесь, это вам. Ой, да не надо было так тратиться. Известный русский путешественник Федор Конюхов после очередного долгого путешествия вернулся домой. Это ж проблема.
Нет. Друзья, что бы хотелось сказать напоследок? Сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, встретили Артура Халатова. Предложили поучаствовать с нами в КВН, на что он сказал: «Ребят, вы понимаете, это же не мой уровень». Мы ему сказали: «Ну да, не ваш, но надо же когда-то начинать расти». Сборная ФТЦ, спасибо! Спасибо!